всем любителям DIY, с вами я, Вика Лайн. И сегодня я вам покажу, как сделать открытку на день рождения. Поехали! Нам понадобится плотная бумага, линейка, синяя, голубая и белая бумага, ножницы, клей, дырокол, лента и кружево, белая ручка. Складываю плотный лист пополам. Это основа открытки. Вырезаю из синей бумаги прямоугольник, чуть меньше в размере, чем основа, и красиво обрабатываю край. Из листа белой бумаги вырезаю прямоугольник, меньше, чем синяя часть. Приклеиваю все части друг на друга. На голубой бумаге рисую и вырезаю нагрудник. Все делаю в сине-голубых тонах, так как подарю открытку мальчику на один годик. Намечаю точки на детали. На их месте прокалываю дыроколом. Ленточку продеваю через отверстие и завязываю бантик. Из листа синей бумаги делаю карман. Приклеиваю его вместе с нагрудником. Далее мне понадобится мишка, его можно нарисовать или вырезать откуда-нибудь, как сделала я, и приклеиваю его на карман. Отрезаю полоску голубого картона и вместе с кружевом тоже приклеиваю. Также бантики приклеиваю друг на друга, а позже на открытку. Украшаю верх кармана при помощи ленты. Белой ручкой делаю стежки по краю. Делаю цифру 1 из двух слоев бумаги, как показано в видео. Проделываю отверстие дыроколом, продеваю ленту и приклеиваю ее. Делаю стежки по всему нагруднику и украшаю его стразами. Немного разрисовываю белый фон и приклеиваю кружево. Вот такая замечательная открытка у меня получилась. Ну а если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вы это можете сделать, нажав на иконку моего канала вон там, или на ссылочку в описании. Смотрите предыдущие видео. Огромное спасибо всем за просмотр. Пока!